В ночь 21 на 22 июня по всей стране «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» провели акцию «Огненные картины войны». В Ульяновске она традиционно прошла на территории Парка Победы. Представители партии вместе с волонтерами и неравнодушными ульяновцами зажгли 5000 свечей и создали изображение, посвященное вкладу региона и его жителей в победу в Великой Отечественной войне. Каждый огонек – это часть общей памяти о героическом прошлом наших соотечественников. Крайне важно проводить такого рода мероприятия по одной лишь причине, чтобы мы своему подрастающему поколению передавали из уст в уста ту память о том подвиге, который совершили наши родные, близкие, деды, отцы. В этом году из свечей выложили изображение памятника героям трудового фронта, контур для которого нарисовали студенты и работники Ульяновского колледжа культуры и искусства. Композиция в виде патрона имеет особое значение для ульяновцев. Каждый четвертый патрон был изготовлен именно в городе Ульяновской области, в городе Ульяновск. Для нас это очень важно, ведь Ульяновск – город трудовой доблести. Мы это тоже не забываем и учитываем в своих изображениях. Погода, к сожалению, в этот день подвела, поэтому, чтобы осуществить задуманное, участникам акции пришлось приложить немало усилий. Некоторые, например, стояли с зонтиками над огоньками, чтобы они не погасли. Но мы все равно будем держать, мы все равно будем стараться, чтобы сегодня вся эта акция случилась, произошла. Наверное, будем стоять до конца. Над свечами памяти держали и баннеры. К каждому огоньку участники относились бережно, работали слаженно. Поэтому, несмотря на препятствия, все получилось. Память о погибших в годы Великой Отечественной войны будет вечно жить в наших сердцах. Ульяновцы ее трепетно берегут. Благодаря их стараниям, несмотря на дождь, большая часть свечей продолжают гореть. Юлия Адамова, Герман Баранов, Улправда ТВ.